Фитнес-совет. Тренироваться обязательно нужно в специальной одежде, пропускающей воздух, впитывающей влагу и удобной обуви. Заниматься лучше 3-4 раза в неделю. Оптимальное время для занятий с 11 до 13 часов и с 17 до 19 часов, но все это индивидуально. После последнего приема пищи должно пройти не менее 1,5 часа перед началом тренировки. Закончить тренировку нужно не менее чем за 2 часа до сна. Любой комплекс упражнений максимально эффективен лишь первые 3-4 недели. Со временем организм адаптируется к нагрузкам, так что их нужно увеличить, либо сменить сам комплекс. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья!